крымскую экономику поручили 28-летнему чиновнику. Своим указом на должности министра экономического развития, правда, пока с приставкой в Рио, глава республики Сергей Аксенов назначил Анушавана Агаджаняна. Ранее он трудился в этом же министерстве как заместитель руководителя. Агаджанян родился в 1991 году. В 2012 он окончил юракадемию имени Ярослава Мудрого по специализации правоведения. Сразу после получения диплома начал свою профессиональную карьеру на должности консультанта отдела правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти. В 2017-м работал начальником правового департамента аппарата администрации Симферополя. Существенный карьерный прорыв совершил уже в нынешнем году, когда зимой был назначен на должность первого заместителя министра экономического развития региона. Ранее Аксенов освободил от должности руководителя Людмилу Бланк. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.